Ну да, как один это перформанс артист Ван Даркхолм говорил. Deep Dark Fantasy. Вот перформанс совместил на роуте ехать. Там вот этот спуск, на него его прям шатает жестко. Вот, смотрите-ка, что это Лостленд шутит. Всё. Всё. Походу Сколько это. Получается? Ага. Пора стартовать. Давай. О, приветствую. Здорово. Привет, Лос. Здорово. Чё, запускаем? Чё стоим-то? Да. Я это жду вот подтверждения. Всё. Большинство подтвердили готовность. Заводи. Let's fu. Let's fu. Let's fu. Ой. Ой, фу, говняная трасса. О, да. О! Вайсленд, конечно, чуть спихнул меня, ну ладно. Я отвык уже от этой машины. Угу. Так, ты первый. А, нет, не первый, у тебя первый. Вот. Керт. Маселка. Зап. Окей. Масло? Где масло? Опа. Я масло. Я туплю. Пожалуйста. Да боже. Вот на прыжках штормит прям жестко. Артист это он. Ну, конечно же. Не сам подходит на него трасса. Я артиста. Это пиздец. Я вообще на артисте ездил не в полный газ. Да, на него в полный газ очень сложно ездить. Я так понимаю, она тоже по принципу поворачивает очень быстро и все. Мне там еще... как депрессор. Да, управление недавно поменял, еще привыкнуть не успел. Вообще немного. Непривычно на таком управлении ездить. Блин. А, прокинуло меня. Что он, блин? Ловите. Прыгай все быстро, как будто на спидах. Ага. Слишком быстро. Да боже, я на этой лапке саны застрял. Эх ты, блин. Очень сложный артист. Ну знаешь, машина вообще так-то... Она очень в пределах адекватности. Я бы сделал бы еще бы быстрее, но... Не, это перебор бы слишком. Был бы дисбаланс. Да не то, что дисбаланс. Машина бы начала бы неадекватно себя вести. Вот, в принципе, и так рубак обычно тащит. Ага. Лада на моторе. Лада на моторе это еще, в принципе, норм. Пойдем, мне еще бомбу дали. Ох, ё. На. Кого я бомбу дал? Понятно. Просто жесть, я же вспотел. Да, какая. Неподходящая. Блин, меня экстрим задепрессировал. Отлично. Все, обиделся. Ля. Ну, хотя не просто. Поздравляю. Пипец, она еще быстрее поворачивает, чем депрессор этот еще. Мне звезда выпала наконец-то. Повезло, повезло. В конце. Ага. Что-то следующее. Супермаркет. Вот на супермаркете там будет весело. Ага. Да, просто
на стенку не залазить там в это, на льду, и будет нормально. Тут марки 2, 9 кругов. Зная то, что у перформанса полный привод. И чё он по стенкам лазит? Ай-яй-яй. У него сцепления много. Я на недавний рекорд поставил 16 секунд на этом, на супермаркете. Молодец. Ну чё? Едет ещё кто-то? Не, все приехали. Всё. Всё, приехал. Так, 9 кругов. Сейчас будет жарко. Это да. Очень жарко. А вот симбиант еще, ну-ну-ну. Трассы еще такие, не очень открытые, большинство у нас сегодня. Так для ваших Густав... машин как раз такие нужны закрытые карты, которые много поворотов. Ага. Симбиант, депрессор, перформанс, все они быстро поворачивают. Угу. Ну вот, чем больше спусков, тем ну больше... Ну что, готово. Перформанс. Да. Готово. Готов, капитан. Я капитан. Кто проживает на дне океана? Да, да. Ладно. О, я первый. Кайф. Но недолго. Угу. Так, Керт. Куда собрался? Оу. Ее. Оу, ее. Ну вот она. Олицетворение максимальной производительности. Ага. Я уже, блин, три стенки поймал. Молодец. Оп. Там экстрим за звезды поехал. Угу. О, ноу. Вот этот кайф. Так, кот, здорово. Ну, да, эта машина умеет по стене ездить, потому что у нее высокая прижимная сила. Капец, имба эти ваши рантайки. Перформансы. Слишком имбовые. Я на кинг-кайджу не могу попрошу оторваться. Вируса все-таки не добавлять в пак, потому что... А она слишком имбовая. На имбовее, чем даже симбианты и депрессор вместе взятые. Надо будет потом попробовать тоже на ней покатать. Не, ну я вообще это симбиант решил сделать такой максимально простой по управлению. Потому что большинство супер про это вообще какие-то быстрые, но не поворотливые. Там есть медленные, но поворотливые. Надо скорость твоему этому понизить прям нормально так. Кстати, я про это тоже думал, хотя бы скорость понизить. О, или разгон, или скорость, или разгон. Потому что у нее вроде как... У нее самая быстрая... Самая большая скорость у нее, если не ошибаюсь, супер про. Что это? И разгон. Ну-ну-ну. Если про перформанс, я говорю. Перформанс в следующий раз не допускаем к рупайку. Ага. О! Ну что, Паша? Так. Паша. Блин. Да вот, сам вот этот. Я вас спала путаюсь. Не могу, короче. Туплю. А кайфу на перформансе ей, кстати. Прям с кайфом. Да, вот этот лед. Не могу на нем нормально ехать! Не знаю, по льду вообще с кайфом еду. Да, я вот в этот маленький проник не могу заехать, меня штормит там. Я в стенку врезаюсь и царапаю. А так ты помедленнее едь. Да дело в том, что лучше на перформансе едь по радиусу высокому. То есть по большому радиусу. Вот, а прям по льду. Тогда ты плавно пройдешь. Ура, я третий. Блин, такое дерьмище на этой карте. Ужасное говно. Капец, 15-4 блэс, вот это круг, я понимаю. Ага. Экстрим депрессирует.
обижается. Следующий Trust Toy World R. Имба. Получается, все приедут. Просто я некоторых на пару кругов обогнал. Да. Там конечно. Почти это. Половина игроков на круг обогнали. Резик, это, конечно, взял тяжелую машину, Энда. Угу. Резик, и поставим пистолет. Для новичков такая машина слишком тяжелая будет. Орбитон нормальная машина. Угу. Скарлетт, Стингер. О, Кинг. Все, все приехали. Угу. Так, следующая трасса. Toy World 1, 5 кругов. R, Toy World. Так. Он мне видел сообщение в этом... в глобальном сервере, как там пельмень написал, Стингер лучшая машина в игре. Еще и челики такие реакцию ставят. Ой, не могу просто. Там где еще негр такой удивленный был. Ну, брух. Все погоняя. Жестко. Так. Главное сейчас в кубы не влететь. Их тут нету. А есть. Вон не там. Будет их тут кубов. Нет кубов. Мультиплеер и все эти объекты динамически не убираются. Масло. Убивайте динамически. А, не все. Мячик-то остался. Как динамический объект. Но большинство так-то. Я просто запинали. Угу. Ох, ё, все, меня заминировали. Заминированный топок. Угу. Я просто сейчас так запинали. Мне три раза развернуло. Олец. Ну сейчас вас догонять, экстрим и керта. Меня зап. Запнул вас. Кот? Эх ты какаха. Киска. Кот. Реально. Пошла. Стой. Ничего себе. Блин. Нет, у вас подляночка есть? Нет. Ну почему батарейка? Люблю подляночки. А, на батарейке все, нехти управляется, да? Да-да, кстати, на батарейке плохо управляется. А Кинг Кейджу вообще топчик на батареечке. Это да. Я сам думал на Кинге поездить, потом такой думаю, не, есть имба перформанс. Да, когда есть рупак, зачем айо? Вот именно. Паша, запни меня! Вот. Постоянно в тебя врезаюсь. Так. Оп. Оп. Let's go. Let's go. Надо Пашу угонять. Да боже! Ну копер, Дес! Не мешай! Ну копер Дес все заруинил. И копер Дес? Уперся. Все заруинил. Не копердес, а капец. Ну, Паша! Айрон! Let's go! Не-не-не, Айрон. Постой, Тимир. Если бы не котик, тогда бы это был бы тройка перформанса. Оля, у меня круг лучше оказывается. Да, я все вам испортил. Что это было? Почему меня все зазапали? Это месть. Почему я считаю, зап так быстро прошел? Ты так от персонажа кайфуешь. Реально. А запы должны секунд 10 пройти, чтобы следующий зап был. Зап это компенсация. Но. Четвертое место. Полм 2. Ну все, домой едем. Еще больше трансфер. Просто.
Там я еще страдаю. Вообще не знаю трасс. Слишком сложный для меня. Потом ой, да ладно? Это вообще расслабонистая это трасса. Это вообще изи. Карта. Это изи. Тут ничего сложного ты нет. Ты там один момент, он там всегда разворачивает. Я там еду, мне просто разворачивает. А так просто не надо постоянно газ держать. Я вот терпеть не могу там этот момент. Ладно. Паша, не пинай меня. Опа, да. Ах ты, Блейзик. Ах ты мой сладенький. А, это батарейка! Блять, нет! Нет! Опа, я думал, у меня шар выпал. А, бывает. Ах, экстрим гадюка. Ах. Я в говне. А, черт. Ну чё, экстрим нас депрессировать будет? Да. Отставить. Блейз, стой, Блейз. Иди в жопу. Нет. Нет. Компенсация. Блейз, стой. Блейз, компенсация. Есть. Ах ты Шо вы батареечка. Тут... Ваша. Все решили электриками стать, или кто это такое? Мы меняем профессию. Ничего не знаю. Каждого второго зап. Ничего не знаю, я перформансы исполняю. Реально. А я перевернула. Так. Ну... Компенсация. 100 запов подряд кому-то падает, я посмотрю. Так, ладно, едем дальше. Масло. Батарейка. Отставить. У меня буст. Вот, нет, не попал кот. Мой подарок. Опа, пошел. Номер Джайзер, ну ты мой нахуй. Номер Джайзер, блин, руина. Не все с руиной. Зад не отпустил. Месть. Это вот, да, вот. Баланс. Это компенсация для перформанса. Но-но-но. За то, что два запа выпало. Надо просто брать Кинг Кайджу и кайфовать. Или еще лучше Ханабиру. Но не, Ханабиру я не могу контролить. Но-но. Но-но-но-но-но. Есть. Нет. Нет. Ой-ой-ой, бочком мы зашли. Есть на Джазеру. Кот, стой, кот. Нет. Мне подарок. Нет. Два даже. Электрический, да. Кинг Кайджу же полная хрень. Ваша, блять! А ты Кинг Кайджу взял? Я первый! Что говоришь? Кинг Кайджу взял, да? Да, это дерьмище на этой карте. Ай, блин. Мало я говорю, сложная нет, машина нет. Для новичков. А я думал, а зачем ты взял? Я уж думал всю сеть победами заполнил. А лучше бери машины из рупок, они хотя бы... Они вообще топовые. Перформанс какой-нибудь. Ну, говорю, можно сказать, гиперкары. Боже, Гостаун 2. Не, на перформансе только в этой катке получится. Потому что... Она вообще это... Ну я сделал вот просто по максимуму. Решил, так вообще... да. Физически, а возможно, лучше машину взять. Вне баланса. Я понял. Вот так не будет. На этой карте. Конечно. Эта машина честна только перед самым... Мой... Надо просто микроклики делать, и самим собой, и все. Тут она не обязана никак... быть перед другими машинами честными. Я ляпнул. Ладно. Ну хотя так, не. Чуть... Думаю, с машиной поимбовее, чем перформанс артист. Гостаун 2. Угу. Имба. Блин, ты, там какая-то есть Джессика, короче, машины, которая за секунду до 80 разгоняется, очень хорошо контролируется. Вот это вот имба. Не ваши перформанс-артисты. Имба это Paper Man, ой, Paper Plane. Он летает. Свободно, на нем можно просто летать. Зато скорость КМ 1 час. Ой, я последний. Оу, oh, yeah. Вообще-то имба RC-бандит. Реально. Пост-контрол имба. Полон X.
Ой, ну и мясо происходит. Все пихаются, все толкаются. Исполняем перформансы. Кто-то врезался в столб. Блять, я. Паша. Паша, иди в жопу. Боже, сам иди. Что это было? Я что собрал? Какой раз уже? Снайперы. Я все собираю. Снайпнули в полете. The fuck? Экстрим, стреляй по перформанс-артистам, а не по мне. Нет. Ух, повезло. Так, Атера, я не понял. Нет! Это же максималка меньше, чем у перформанса. Ну, ёб твою. Ну вот, депрессор хотя бы, догоняю депрессора. А, бля, экстримчик. Так, тихо, едем. Так сколько тут масла? Кто все обляпал? Я. Я еще положил. Еще. С кайфом. Положил. Чёрт! Насрал. Да классно, хуй. Опа, Блейзик. Остерленд вообще в теме. Блять, больно. Фак. Лови. Так. Ура, четвертый. Уворотливый какой. Ага. Я такой. Мальчик озорной. Золотной. Так, надо кота догнать. Вот, стой. Вот, не надо. Вот. Надо, кот. Эх, ты. Месть будет. Моя месть будет очень жестко. Невидимая коллизия. Кто меня запнул, а? Я шестой. Как пиздец. Как меня еще не обогнали. Оп. Как меня еще... Да. Оп. Полный пиздец. Да боже, я все столбы собираю. Коллекционер. Коллекционер. Сделай себе не коллекционер. Ну, да. Керт. Вот ты, конечно, руина, Керт. Фак. Все, малин не за руину. Все, задепрессировал. Скиллы суда. Нет. Все-таки экстрим меня ракетами задепрессировал. Кто там хочет еще масло? Я вижу, вы любите масло. Можно мне? А не, ты уехал вперед, акция работает только на третьи места. Не трасса, кал какой-то. Все убрал. Каждую стену. Опять ярко на западе. Нет, я снова не электричеством. Это электрики. Ведите его в страху, что это было? Если бы еще Паша обогнал, то вообще был бы разнос. Я не нажал. Если бы еще бы... Если бы все обогнали бы. Ну, это вообще был бы. 10-е место из третьего, блядь. Это еще жесть. Я поменять что-то. Чтобы не на конце, а на другую кнопку. Блейз, а ты через что играешь? Через клаву или геймпад? Петра. Да? Я на капслок поставлю. Буду на капслок стрелять. У меня сейчас все нервы взорвутся. Что это было сейчас? А через геймпад или через клаву? А что там у нас следующее? А, вот это как. Я думал на геймпаде попробовать, только думаю, не потом уже. Спавольт один. Ой, стой. Ой, спавольт, все. Короче, я все. Умер. Пора брать ему. Ой-ой-ой, это что за тяночка? Надо взять. Попробуем на плюс. Все-таки взял. Да. Не, потом на спавольте на кинг кайджу это не... Это выше моих возможностей. Кайфом. Так. Жопа будет. Вот это моментик делать на мостик залететь. А, да, окей. Вчерашние командные гоночки на роке вообще были кайфовые. Ой, да, жалко, что я не смог туда попасть. Я тоже ничего. Хотел попасть, но не смог. Ничего бывает. Я, короче, такой гений. Не могли ко мне зайти, потому что у меня пароль был. Я забыл про него вообще. Класс. Зашибись.
Но главное, Керт помог, ну, помочь мне с этим. Ой-ой-ой, как она офигенно контролится, бля. Так, поворот, поворот, забыл. Жопа, так жопа, это ж вообще эмба-лютая. Еще и катится долго все это. Это эмба, да. Ой-ой-ой. Ух, ё. Блэд. Хуже машины, лучше машины не существует, чем эта, я беру свой. Какой? Перформанс-артист. Бля. Слишком люто. Поворачиваемость. Паша. Ну да, на клавишах вообще не очень-то удобно. Да, в принципе, удобно. Что... Вот из-за не, этого неудобно. Я вообще изначально вот перформанс артиста вот настраивал именно под клавиши, так как я, насколько я понимаю... ненавижу эту карту, боже. Обожаю эту карту. Большинство на клавишах играют. Боже, я такой руина. Я сам себя заруиниваю. Почему, ну, когда я скилл хочу скилл разворачивают? Что это за напасть такая? Опа. Меня развернуло. Да, я бывает разворачивает. Я залетел. Слава богу. Может, придется взять чуть послабее. С мощностями. Это пипец. Просто. Это пипец. Я все собираю. Почему она застряла? Застряла, не вытащить. Я просто на ступеньке застрял. Так, котик. Здорово. Здорово. Трикшотики. Осталось экстрим. Про меня не забывай. Я упускаю весь экшон. Да. Не только ты, Паша. Не, я походу не на первое. Блейс улетел. Ну, я вообще не в полный газ еду, однако. Так тут да, на нем в полный газ на таких узких картах вообще не стоит ехать. О, Паша обогнал. Ненадолго. Ой-ой-ой, 44 секунды. Я вообще по низу еду. Ну всё, я в лобби. У меня нервы не выдержат. Трасса кал. Я согласен, говно к трассу, я вообще ненавижу. Дерьмище конченое. Повольт вонючая. Нет, трасса. Вот надо просто медленнее ехать. Ну, я так понимаю, уже... Все, кто выше пятого, финишировали, да? Байстон, ты пробовал симбианты? Попробуй, машина хорошая. Порт Лимана. Нормальная трасса. Хотя бы. Она ровная, хотя бы. Если учить трассы, то все трассы нормальными будут. Ага, нормально. Все трассы. Громко сказано. Да вроде не громко. Я когда-нибудь займу первое место в этот раз. Когда-нибудь займешь. Но я сам даже пытался. Ну вот, да, на Рокки полегче. Да. В этом плане. Нет, лучше всего на Pro, либо на Semi-Pro. Ну или на Advanced. Я сам даже не первое место занять. К нам Рок зашел. О, Рок. Чисто у него будут все почти машинки эти самые... Ну, если что, он телефонный игрок. Чисто раз. Проверю, все ли там на ходу. Ого. Вайслет, ты уверен? А что ли на этот? Надо подумать. Он не поворачивает нормально. Он очень быстро, но не поворачивает. Я не знаю, какую машину себе взять, честно. Я не хочу брать теперь Performance Artist. Возьми Armand. Симбиант возьми. Или Максос, он тоже неплохой. Ну давай симбиант попробуем. Максос, не конкурент. На Арманде тоже нормально. Да, Арманд тоже неплох. Тот же Стингер, но Стингер уже прям устарел. Гунгнир тоже неплохой. Только он поворачивает плохо. Ой, не, Гунгнир, не. Раньше моя любимая суперпрошка была.
Все готово. Ну что, готовы исполнять перформансы? Заводи. Шарман. Нормально. Чисто, кроме Энда, у Рога будут все машины белыми. Кто зашел? Кто зашел? Капердес. Капердес замученный. Привет. Здорово. Привет, Капердес. Надо будет тебе Паша, больше скинов с тяночками сделать на эту машину. Полетели. Бля. Бля. До свидания. Почему бы тебе бы самому вот не попробовать? Я скины не умею делать. О, это шо? Да ладно. Заводи шарманку. Ладно, едем. Хотя... О, Симбиан вообще другое дело. Ты-то хоть и не опубликовывал свою первую машину, но у тебя-то вообще машина получилась вот, получше, чем у Айрона. Ну, у меня она просто некрасивая, а в характеристике более-менее. Ну, знаешь, если бы ты бы вот чуток вот потренировался бы, вот, освоил бы, может быть, от тебя вообще красиво получилось бы. А так вообще ты просто везде накосячил. У меня вот картик. В том числе. Но я потерял его. А кто первый? Айрон Шилд. А-а, как. Ага. Я с ним разбираюсь сейчас. Не, а. Опа. Да, из подъезда дабл... меня зап... Нет, не дабл килл. Думал, по Айрону попаду. Ладно. А, катер не уже погнал, нихера себе. Да. Кот, ты куда? На первое стоять. Место. На первое. Ага, обойдется. Сейчас как запнут тебя. А ты догони. А догони. А вот не догонишь. А вот догоню. А где ты? Ты только что тут был. Кто? Кто? Ты. Ты у меня только что в стенку вылетел и исчез. Блин, посадка. Это баг такой. О, здорово. Здорово. Ай, развернула. Блин, масло. Блин, тебя даже ракет не догонит. Если я запущу. Да. Бай-бай. Пингованный какой. Сколько у тебя запах уже падает, а? АЗ. Ученик Родика. Я куда не повернула, сука? О, вот, вот это вот перформанс вообще не кайф, когда его прям вот переворачивают. Так, кот, блин, даже не смей. Блин, что у тебя с коллизией? Да любая машина не кайф, когда её прокидывают. Прямо по повороту стенку влетел. Ой, это было. Ой, как это сладенько было. Ой-ой-ой. Не в этот раз. Едем в школу. Капец, Рок хорош. На таком Кали мобиле выиграть на телефоне 4-е место станет. Это надо шуметь. Не послышалось, надо шуметь. Пошумим. Пошумим. Еще более говняная трасса, чем тот, чем с Поволь. Там вот этот момент с прыжком, на перформансе его сделать почти нереально, его переворачивать. Ой, Skulls Out 1, это ж вообще легкотня. Скал, это с кайфом проедем. А. Особенно вот там с падением. Там просто перевернет, может. Рандомно. Это не рандомно все. У меня вот рандомно просто происходит. Надо... Тогда что? У меня развернуло. Иногда нужно нажимать на тормоз, отпускать газ и не зажимать все подряд. Да нет, я просто еду, вот где вот это падение было сейчас, я просто еду, меня разворачивает там, когда я притемляюсь. Я когда вот на катер, когда ты прыгаешь, я вот там постоянно фейлил. Вот посмотрите на кота, на какой машине ездит и какой у него скин. Вот он как раз олицетворение вот этого вот производительности, максимальной производительности.
Я тоже почти первым приехал. Паш, ты просто не видел, как я в последнем повороте в стенку влетел, у меня прям в этот фонарный столб отлетел. Да, не повезло, не повезло. Фонарный столб отлетел. Хорош уршать, сейчас это, school out, один, обратка, 5 кругов. Ой-ой-ой, еще легче даже. Да. Я только на одном моменте там фейлю, где трава и на выходе из травы. Чем покажем? Бесит прям. Чем покажем перформанс? Все, экстрим уже не выдержал и взял тоже. На сторону зла перешел. Сейчас все перейдут. Один рок будет только на рине. О, Керт Гунгнир взял. Так он давно был на Гунгнире. А, я только сейчас заметил. Ну все. Старт готовы. Let's go. Это вообще не везет. Да, постоянно говорит, говорит тот, кому падают запы на каждой карте. Че, в прошлый раз его запнули. То, что я постоянно это... Так, кто из них я? Просто я не единственный, кто с российским флагом. Я шестой. Я первый. Да. Так, вот. Все. Кот вообще убил со старта прям. Да, это я. Паша! Да это я вообще застрял. О, коллизия! Ой-ой-ой. Вот Паша меня сейчас прям зафейлил. Меня развернул. Да тут вообще паршивая коллизия на подъеме. На легках прошли, в принципе, все это. Ой, сейчас опасно было. Я чуть не зафейлил. Две бомбы подряд. Ю-ху. Вот это тоже язык. О, найс, найс. О, вот спинга. Лепетон делал спиндлю. Блин, шар. Я ненавижу этот момент. Я уже Крейзи Кэта догоняю на круг. Экстримы исполняют перформансы. О, фак. Блин, какой по стенке? Вот опять ты тут, блядь. Гони. Я прям по оценке хасанил сейчас. Жёстко. Повезло с маслом. Пиздец, блядь. Бля. Кот, стой. Да кот, сука, запни, блядь. Кот, можешь меня запнуть? Это не я. Нихрена. Бля. Какой я перформанс исполнил. Вот там он проезжал. Я представляю, что там на перформанс. А вайер на турбо. Да ты юзай давай. По прямой просто полетишь и все. Я просто в стенку опять улечу. Не хочу что-то. А ты не заносись. А ты не заносись. Вот, стой. Одно первое место. What the fuck. Тоже есть. О. Да блин, я там за закатом повторил. Вот, ну запни меня. Нет. У меня есть зап, но я не буду. А вот бери. Спасибо. Всегда пожалуйста. Да а блин. Теперь постой. А у меня это ракета. Сейчас как это запульну. Ракеты. Блин. Паршивая коллизия. Да. Есть такое. Вот, давай, ракету. А, да дело в том, что я хоть и по низу обрезал вот эту вот коллизию кузова, все равно спотыкается. Блин, ну, паутов неплохо. Второй это офигенно. Ух, экстримус. Блядство. Я фиговая, как рук так тащит. Ай, блядь. Давай спать. Так, следующая трасса. Ранчо. Ранч. Самая красивая трасса из всех. Три круга. Ладно, сейчас посмотрим. Думаю, тебе, Паша, доехали. Предлагаю сделать в следующий раз суперпро, который не поворачивает там супер быстро. А примерно как по типу стингера. Нет, единственное, вот так, суперпро, которое я делаю, это вот на основе Lotus Evija. Вот. А, знаю. Это единственная машина была в мире,
которая так нелепо была разбита. Из-за того, что пилот решил выключить систему антипробуксовки. Ага. Блин, вспомнил момент из истории, где два челика купили первые машины, и в городе они вдвоем как-то врезались. Ой, конечно. А какая машина из-за пилота была разбита? Лотус и Виджа. А, Лотус. Да. Единственное. Вот, в единственном экземпляре на каком-то вот фестивале в Британии. Вот. Была просто прям недалеко от старта была разбита. Вот. Стартанула эта машина с пробуксовкой, потому что стабилизация была выключена. Вот. Машина была электрической. Вот. А у электромоторов... Разгон быстрый. Там вообще с нуля высокий крутящий момент, поэтому и вот с пробуксовки-то. Что там, думаю, уже можно менять трассу. Ага. Да. Да. Пока что сейчас вровень идет. С котом. Прям вровень над поведом. Думаю, я где-то на место 4-3 встану. С моими победами. Так, Дикий Запад. Дикий Запад мой дом. Сейчас Карпедус это поменяет машину. Он не готов. Так. Интересно, что его Копердесом называют, когда он Копердес. Копердес, капец. О, капец. Вот это, конечно, прикол. Замечаю, если там профи тащат даже на каком-то говне, то новички, бывает, берут тоже это же говно, потому что думают, что тоже будут тащить. Угу. Большая ошибка. Это огромное заблуждение. Ну, посмотрим. Может быть, он нас удивит. Я, кстати, помню, мы когда один раз была тренировочная сессия и полноценная на амаутерах. И я занял и в тренировочной, и в той одинаковые результаты почти. О, на вперед еду. Все, я поехал. Я же решил на мост. Пробуксовка машины. Так, вот. Опа, кто-то в стручки улетел. Из-за тебя. Сюда, пожалуйста. Оп. Пак. Бля. Я улетел в водичку. Я тоже. Вот здесь вот вообще торопиться нельзя на этом. Да. Тут, а то улетит. Блэйс! Почему я улетел-то? Ой-ой-ой. Потому что ГГ, я снимой. Ой-ой-ой. Там Керт третий, это я видел. Из радар бага. Бля. В собор. Опа, так. Доджинули. А, ну да. Я третий, кайф. Бомба. Вот. Вот, стой. У кого? Что это сделал? Оп. Кого? Точно не я. Оу, е. О май май. Врезаюсь тихонечко. Я немножечко шалю. Шалу низко. Папа опять вылетел, да. Там вообще торопить нельзя. А в этот раз я не вылетел. То вылетать. Блин, а я вот... О, сокращение типа юзнул. Нет, не сокращение типа юзнул. Это не засчитало мне как сокращение. Потому что зоны игровые. Оу, ты отстал, конечно. Да, блин, черт. Ну что, Блэйс, вот мы снова встретились. О, да. Ой-ой-ой, это было вкусно. Блэйза спустили. Да боже, почему это... Почему я... Почему это... О,
не получается вырубить на перформансе, если он впритык к стенке встает. Ох, зря я юзнул турбо. Я думал, я смогу законтролировать. А я законтролил. Да там сложно прям законтролировать на перформансе турбо. Как? Сложно. Невозможно. Да. Ну да. Но весь канал вообще на ней сложно. На перформансе. Будет. Не, лучше не можно, конечно, делать. Попытаться применить на прямом. Около стеночки, это в принципе, какой-то... возможно. Да дело это в том, что сам перформанс может встать на стенке. Ибо у перформанса высокая прижимная. Высокая прижимная сила. 250 метров, нормас вообще. Да вот там вот эту плю, пипец, на этом спуске. Я качать на каждом круге на этом спуске. Ох, щит. Давай. Почти минуту опа. Круг сделал. Неплохо. 360 метров. Нет! Это вот... Ой-ой-ой, вот это батл. Еще керт на скулкрашере. Помню, на таком раньше ездил. Костенько. Я чуть палец сейчас не сломал. Я на нее так надавил. Так давить не надо. Ай! Ой! Ой-ой-ой, как там люди отстают. Что это там было? Хера себе, 500 метров, охренеть. Думаю, это сейчас так больно. Думаю, Паше придется скипнуть некоторых. Думаю, да. Да. Я все-таки это... подожду. Так как мне нужно туалет заспидранить. А, так давайте. Я не пусент. Давай. Следующая рука здесь. Господи, сейчас-то как говнокарта будет. Что там у нас будет? Распопы. Говнокрыша. С кайфом проедемся. На крыше. Обожаю такие. Есть нормальная крыша, есть говнокрыша. Вначале вот шпилька есть, которую нужно проехать. Там уже ограждений ничего нет. Чуть-чуть там как не поехал неправильно, все у тебя... Все, все, улетел. Едешь. Блин, бедный энергетизер. Он так страдает тут. Самый мост. Я на нем прям улетел. Я просто выкинула. Приехал энергетизер. Скип. Кстати, на ранчо прикольно будет было бы в прятки поиграть. Тут так много мест. Да. Да круто, пока сам не будешь и сыщиком. Нет, ну это поставить это минут 5, тогда норм. И искать. Нет, я думаю, ты заблуждаешься сильно. Ну да, сложно, надо договариваться, то, что за карты не уезжаем. И тогда прикольно будет. Тут очень много мест. Нет, оно слишком огромное, ты тут фиг кого найдешь. Да и камон, камеры есть, радар есть, это не. Не забываем, что можно сваливать от кича. Ну, а если можно не сваливать, нет, тогда чисто с F3 камеры и найти всех. Ага. Нет, да, с F3 камеры тогда. А как проверишь? Чтобы интересно. Никого на ходу. Окей, давай. У меня не работает F3. У меня в батлтеге почему-то не работает F3. Так это в батлтеге, а в гонке. Так... Да. Кого-то не знаю, это батлтек, можно. Там просто это карнивал, ой, не карнивал, а деф надо написать. Или просто какая-нибудь карта на самолетчиках можно попроходить. Тоже прикольно. Самолетные гонки. Так, еще. Вы что, готовы исполнять перформансы? На все 100.
Так, о да. Ой, сейчас, наверное, на перформансах поулетают все. Да. Какие же перформансы будут, вы не представляете. Ну что, кого ждем? Подождали. Дождались. Я дождалась. Так. Я уже улетел в стеночку. Вот, вот. Ух ты, Паша. Вот, я по-моему так повторю. Ай-яй-яй, больно. Вот этот момент жопу обдирал. Ой-ой-ой. Вот, больно. Бля, какого хуя? Найс. Ай, в жопу стрельнули. Я видел. Ничего себе. Кот. Кот, ты первый? Ой, бля. Гать. А ну сзади. Ну и карта, блядь, пиздец. Бля. Вот, да, вот. Блядь, куда ты улетаешь? Вот. О, так, кот, это видео. Пиздец. Согласен. Все тут как согласен. Ты тут оказался? Вот. Еще и фейк, охуеть, блядь. Это мой. С кайфом. Спасибо. Да, пожалуйста. Так. Вот, стой, у меня подарок. Куда я, блядь, улетаю? Не могу понять, блядь. Перформанс врезался в стеночку из трамплина, стопнулся. Ой, стой. Стой, котик. Пиздец, блядь. Мне подарок. Киндер. Вот, блин. Да, бля. В годы к вам заперто, это говно. О, кайф. Бибип. Мазафака. Капертес, сорян. Вот, ну стой ты. На финише. Сладкий зав. На финише подожду. Да блин. Да вот. Будьте здоровы. Это я кофе. А, я думал, ты чихнул. Оп. Да я ж болел. Фак. Блэй, стой. Верни. Блять. А куда ехать, господи, что за говно? А куда ты полетел? Власть, я тебя видел. Ау. Какое говно, а не карта. Да вообще. Но есть похуже. Жопу. Нет, это самая худшая. Не-е-е. Нет, одна из. Да, одна из. Я сказал, это одна из самых лучших. Самых кайфовых. Вы просто видели, какой кайфовый. Блэйз. Он с турбом медленнее разгоняется. Ну ладно. Я же Блэйз догнал запад. Я не знаю, по какому принципу там меняются характеристики. Охренеть. Насколько мне известно, вот с батарейки вот повышается крутящий момент. Ну там, короче, так и... возможно, там все характеристики буквально повышаются, из-за этого его носит потом. Ну, кроме поворота. Даже наоборот, их в минус они ушли. Из-за такой силы. Ну, кстати, прикольно, что у таких машин, когда батарейка не разгоняется медленнее. Сцепление ухудшается, будто. Hospital 2. Еще более злоподробительная карта. Мне послышалось жоподробительное. Да, я это слышал. Хоспитал. Да тут каждая карта легче предыдущей. Второй госпиталь. Нет, второй госпиталь нормальный. Ну вот это... Госпиталь еще терпимо, это нормально. В один момент, если масло разлить, то все. Тебе обеспечено первое место. Если ты в одном моменте масло разольешь. Оно там никак не дефлится, только если ты как-то перенесешь. Или если падает 100 запов подряд. Ага. То, что в одном месте это масло разлил, и все. Все полетели в это масло. Но бывает, не все летят, потому что масло какое может не добродиться у других. Господи, удалите эту карту из маппула, а. На роке нормально будет.
На быстрых машинах улетаешь, честно, да, понимаю. Так, теперь все, теперь более-менее остались. Так, сейчас будет ранчо. Ой, блин, это хоспитал. Никаких ранчо. Лечиться было. Будем. Будем лечиться. А, конечно, фигня, как Рок еще тащит на этом. А я мог по тебе первым приехать, если бы не тупил в некоторых моментах. Все парень. Могли первыми приехать, если бы не тупили. Да. Тут не, я в одну моментку не то. Блядь. Все. Кто там проблевался? Хоспитал 2, 5 кубов. А, нет, это Капердес уже ник сменил. Капердес. Капердес. Ну, значит, у него статистика всрется. Решил гендер изменить. Ну да, у него же там будет по факту два никнейма. Так. Тут ой, ну конечно, Ахма-монстр. Золотой кубок прошел, сука. Золотой кубок на Клокворке. Это же, блядь, надо. Варфачин пойдет. И вообще, все. Но в каком-то смысле золотой даже легче, чем остальные, потому что там машины из-за того, что это не умеют управлять на быстрых машинах таких, врезаются часто. Ну, что интересно, а он платин? Не, платину невозможно. Не, возможно, если там не будет Тойки и Хумы. Не заметь, их не будет, если... А другие будут. Платины всегда есть 2 Pro. И на Титанике ты чисто не сможешь даже третьим приехать. Это я его гарантирую. Хотя, если кто-то там так сможет, тогда да. Let's go. У меня пинг. Пингуют все. Ну, я понимаю, что у тебя пинг, потому что блять, обычно... Тебя пихнуть невозможно. Да у меня интернет слабый, ему старый. Ему уже несколько лет, этому роутеру. Он почти старший. А ты через ноутбук играешь? Не, я сейчас на ПК. Ноутбук у меня у бабушки. Я на ноутбуке, когда у бабушки играю. У бабушки у меня новый роутер. Теперь понятно, почему на симуляторе не мог тебя пихать, подбивать особо. Ой. Это неприятно сейчас было. То, что меня развернуло. О, Блэйзи сместили. На 4 место. О, Вустеленд. Спаситель. Избавил меня от этого мульта с батарейкой. Я учелов обгоняю. Это слишком имба. Я уже Пашу догоняю, блин. Энерджайзер. Ой-ой-ой-ой, блин, сорян, Керт. Я нечаянно юзнул шоквейв. Я уже энерджайзер отгоняю. Нет, постоянно это. Если я стенку касаюсь, то меня разворачивает. Не, не обижайся, так, потом будет стрелять. Вустеленд, стоять. А, ну... А, нет, не ты. Капердес. Да фак. А в Усталаном? Да блин. Зубы растут. Меня на одном повороте все время разворачивают. Бесит. Никак не могу так, из-за этого догнать. Не надо. Да я хочу добить этих 30... Да ёб твою. Это был 500 IQ мув с моей стороны. А-а-а! Сейчас Блэйз догонит. У меня чуть инфаркта не случился. Блин, я чисто тебя врезался и все. Ну-ну-ну, ёб твою, как я обосрался. Ну, наконец-то я приехал на в топ-3. Поздравляю. Да. Поздравляю. А где Айрон исчез? А почему, кстати... Вот сейчас передо мной ехал Айрон, вот я был первым, и какого-то хрена я второй резко стал. Вот почему это так? Интернет шалит. Меня вообще Айрон еще не финишировал даже. Я был впереди экстрима,
И меня почему-то пятый. У меня тоже вот это радар баг, потому что интернет подлагивает. У меня смотрели. Нет, я видел это экстрима. Он сзади меня был. Ну, а нет, я перепутал Керпи с экстримом. Я Керпи с экстримом перепутал. Не, показалось. Вот у меня на радаре багнулся пятый круг. Сейчас едешь по типу. Не, у меня это. Я первый. Так, ой, я говорю, пятый. Багнулся. Так, ну ладно. Что-то все багнулись на этой карте. Ой, ну у меня это, все конечно... Это было, если почти было хорошо. Ага. Fireground. Да. Не помню трест-трест. Fireground 2. Это только первый фэн. Оу, щит. Первый гоу-гей. Я вот первый фэн Fireground, а второй вообще не помню. Ну, мне это третье место уже обеспечено. Я тут не займу никак второе. Вот каркать нехорошо. Оу-е. Оу-е. Выхлопные мощи. Но-но-но. Закись азота. Блин. Почему никто не придумал револьт с реалистичными повреждениями? Блин, не знаю, я бы хотел больше всего ремейк револьта. С новой графикой такой вот. Ну, не знаю. Ой, знаешь, если бы были бы реалистичные повреждения, машины бы долго бы не прожили бы. Это... Аккуратнее. Там одной ракеты хватило бы. Ну, стрелял ракетой, и все, бам. Бомба тебе выпадает, все, без магии. Реально, бомба — это уже все, смерть для кого-то. Финиш. Ну-ну-ну. Блядь, вы чё? Все разбинали. Ой, бля, у меня... А так вот, вот из древних игр, которые вот, вот с физикой повреждений, вот, в жанре гонок, мне больше всего нравится Кармагеддон. А мне больше Флэтаут. Ну, тоже Флэтаут, просто... хотел сказать. Ну, Флэтаут это уже 2000-е, а я говорю про 90-е. А, Кармагеддон 90-х годов? Ну, первый Кармагеддон, ему столько же, сколько и мне. А, нихера себе. Нихера себе. Ой. Аж это не туда поехал, да? Как? Точнее, не с той стороны завернул, я понял. А, ну да, ну да, точно. Нет, даже не то, что реалистичные повреждения. А чтобы система жизни по типу была. Три раза стрельнул ракеткой, все, может, не может двигаться. Или колеса, чтобы отлетали, вообще было бы мба. Опять говнокарта, да сколько можно? Оп! Проскочил. Эта карта еще легче, чем Rooftops, тот же. Частично только. Есть момент, который сложнее даже, чем у Rooftops. Не, тут все легче. Просто дело привычки. О, не первое. Эта карта вообще не ездил. Для меня это как... И первая бомба выпала. Которую мне не передали, а выпала. Первая. Вот это я понимаю, внизу. Доминация. 200 метров от второго места. Бля. Врезаться. А ёб твою. Может 300 метров сделаю? Не. Под батарейкой можно дрифтовать. Бочком наваливать. Блин, эти машины конченые, которые закрывают проход, бесят. Там тайминги надо ловить. Жесткие. Let's go. Приехали. А, меня прокинули. Блейзик, стой. Мне подарок. Пять зап. Угадал кот. Так это очевидно. Да, блин. Близко было. Ой, как тебя шатает. А ты сапога приехал? Не факт. Да, да, я мог догнать это Блейза, если бы мне это и запнуло его. Но вот перегнать это еще не факт. Рок меня в очередной раз превзошел. Две трассы осталось. Геймрум 2. И Роуд 77. Вот Роуд на Суперпро вообще не управляем. Я вот человек скромный, но у меня 44 секунды круг.
Минута. Я 52 только. Скоро гейм-шоу будет. А ты чё? Соревновательное событие. Раз в год проводящееся. Типа креаторов? Ну, в этот раз креаторы, да, попадают туда. Создаешь свой ивент и попадаешь туда. Ну, это будет 1 сентября в 20 по МСК. Вот. А после линейки. Господи, копердер. Нужно было завернуть налево. Линейка будет 2 сентября. Ужасная карта. Ага, линейка 2. Офигенная карта. Просто не видели поистину каловые карты. Например, Illusion. О, вот чёрт, Illusion. Вот это конечно. Красивая карта, но от этой карты тошнит. Так, секунду, я сейчас вернусь, подожди чуток. Ага, я пока что переключу. Так. Не видно, то что копердец на максисе. А, он тачку поменял. Вот. Сейчас. О, вы починили, что ли? А, не починилось. Я вот сейчас, я даже сейчас не нажимаю не на Enter, а на V. Английскую. У меня все равно это печатается. Я так понимаю, ты еще до сих пор клавиатуру не менял? Не, у меня это... Ну, скоро буду менять. Наверное. Не, ну если с новой клавиатурой такая херня будет, скорее всего, это проблема в системе. Спама, не, сок! Это в самой плане. Ну что, я готовы исполнять перформансы? О-о-о! Полетели. Все, стартуем. Да все уже, задолбали. У нас необычная пати. Так, let's go. Так, это... Okay. Это будет последняя карта, на которую буду участвовать, потом надо будет сходить в гараж и поделать дела. На последней карте кота не будет включать. А что это сейчас было? Почему меня в руку бросило? Я даже не вырвите. Вырвите. О, хорош. Ну что, делаем мультикилл. Оп. Экстрим. Нет, не вышло. Паша. Боже, меня запнуло. Ну, это еще хуже. Меня запнуло. Меня запнули, потом еще этой. Наоборот, радоваться должен. Ёпта, блядь. Не так люто отстанешь от всех. А это Рок по-любому звезду стащил. Так, Блэйз, ты любишь масло, поэтому я еще положу. Я масло наехал. Не, Рок вон он не стащил звезду. Он только он сейчас пятый. Так он наоборот стащил звезду, поэтому последний. Так, Паш. Не. Нет. Да. Я вижу, вы любите подляночки. Подляночки. Да меня эксплуатин, блядь, обстреливает, задолбал уже. О, Афганистан не повезло. Афганистан in the world. Кто третий? Бля, кто третий сейчас? Маслом в проходе. Ой, второй. Кто второй сейчас едет? Экстрим. Экстрим? А ты, значит, четвертый едешь. Ага, четвертый. Седьмой. А, ну вкусно. Четвертый это я. Передо мной в 112 метрах Блейз. А, так я вообще от третьего места, от четвертого места на 300 метров уехал, нормас. Все, последний круг еду. Бля, маселка. А тем временем за мной Рог. Не Рог, а я уже, можно считать. Рок, я вообще обогнал.
Ладно. Рок от меня отстал на 120 метров. Привыкни к топору. И я затупил. Блять. Аккуратно, Хасан. Ну что, Блейз? Пора запать и пранковать. Паша. Паша! Ничего личного, я тоже хочу выехать. Ничего личного, Блейз. Сука. А у тебя турбо было? Паша, не надо. А я думаю... Надо! Получается, надо исполнять перформансы. Чуть не обосрался, ну хорошо, что... Ладно.